Главной темой в повестке дня стало определение кандидатов в депутаты Рязанской городской думы нового созыва по единому избирательному округу и по одномандатным округам. Выборы, которые пройдут в сентябре, обещают стать важным политическим событием 2018 года. Это самая крупная из 200 избирательных кампаний, которые пройдут в регионе 9 сентября 2018 года. В городе Рязани проживает половина жителей региона. Здесь сосредоточены крупнейшие производства и большой интеллектуальный ресурс. Во многом на областной центр равняются другие муниципалитеты. Поэтому выборы в Рязани, безусловно, важны для всей области. Стать кандидатами решили более 200 человек. Таким образом, конкурс составил 5 человек на место. Работы у кандидатов много, желание улучшить жизнь рязанцев не меньше. Перед предварительного голосования наши кандидаты выступили инициаторами так называемых проектных мастерских по различным направлениям. Это формирование комфортной городской среды, здравоохранение, улучшение экологической ситуации в Рязани, строительство и реконструкция спортивных сооружений и учреждений культуры, помощь старшему поколению. Уверен, что работа кандидатов в рамках проектных мастерских позволит сформировать действенную программу развития города с учетом мнения наших рязанцев. По итогам предварительного голосования определились лидеры общественного мнения. Это те кандидаты, которых реально поддержали люди. В рамках 28-й конференции прошло тайное голосование, а также награждение победителей проекта «Политстартап 2018 года». Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».